стать гражданином ЛНР. Вот такая мечта была не у Стинга, а у боксера Джеффри Монсона. И она сбылась. Новый паспорт урожденному американцу торжественно вручил глава Луганской республики Игорь Плотницкий. К нему как раз и обращался Монсон с просьбой о гражданстве. Все случилось на концерте в честь дня основания города. Гордый Джефф написал в своем инстаграме: «Я стал первым американцем, удостоенным такой чести». Своим появлением на сцене боксер сорвал аплодисменты. Фотография в паспорте как-то не очень, да, согласитесь? А вот в инстаграме после концерта Монсон обмывал паспорт в компании друзей за вкусно накрытым столом. Вот оно, настоящее гостеприимство. Вот тут титры закрывают стол. Давайте сейчас их уберем, и вы сможете... Вот оно, конечно же. И вы сможете увидеть, как же праздновали вручение очередного гражданства для Монсона. Но не просто так, конечно же, он эти документы получил. Планы у спортсмена грандиозные. Боксер планирует открыть в Луганске свою спортивную школу и вообще заняться воспитанием местного подрастающего поколения. Прививать любовь к родине и спорту. В ближайшие несколько дней Монсон планирует отправиться в Донецк. Я напомню, что 2 года назад он получил российское гражданство. В 2011-м боксер посетил нашу страну и говорит, по-настоящему в нее влюбился. «Я понял, что здесь мой дом», — это цитата. С тех пор он часто бывает у нас, изучает историю, культуру, в общем, проникся. Постиг и русскую душу. Вообще, судя по увлечениям и предпочтениям боксера, неудивительно, что его так завлекла Россия. Похоже, у него и впрямь наша русская душа. Но для начала спутница Монсона — девушка Олеся Карцева. С ней он начал встречаться почти сразу после своего второго развода в 2011-м. Правда, совсем недавно парочка рассталась. Но теперь мы знаем, каких женщин боксер предпочитает. Музыкальные вкусы тоже в точку. Вот он в 2012 году выходит на ринг под песню «Комбат» группы «Любэ». Патриотично ведь, согласитесь? А вот последнее чудо из чудес – шуточное сражение с Мишкой. Но на это способен только настоящий русский мужик. Похоже, и Монсону, и шутки. Игра, ой, как нравится. Что там теперь?